стоишь с сапогом, как самовар, качаешь. А я хочу ее одеть. Так из бизнесменов, юристов и журналистов делают настоящих актеров. Репетиции участников проекта «Большая сцена» в самом разгаре. Как признались новоиспеченные артисты, работа в театре – тяжелый труд. Выступление на публике – это очень ответственное дело, скажем так. А когда у человека предстоит ответственное дело, естественно, присутствует волнение. Поэтому волнуюсь. Но ничего, думаю, мы справимся. Каждый из них успешен в своей области, и этот проект своего рода вызов самому себе. Совсем скоро премьера, полный зал зрителей, звездный час. Просто товарищ позвал, ну, попробовать решили. Интересно закончить этот проект, как получится, посмотреть со стороны. У нас такой спектакль смелый, на мой взгляд, очень яркий, очень эмоциональный. Поэтому жду, конечно, оваций, аплодисментов, подарков, цветов, ну и своего чувства удовлетворения и радости. Мне безумно нравятся наши репетиции, мы огромная сплоченная команда уже. Как справляется с нами режиссер, это тоже отдельная история. Я жду премьеры с дрожью, потому что это впервые, это интересно, это увлекательно. Финал «Большой сцены» состоится 18 апреля во Дворце культуры Барнаула. Билеты в продаже на сайте кассы.ру, кассир.ру и в редакции журнала «Автограф». Часть средств от их реализации организаторы направят на благотворительность. Александр Захаров, Андрей Печоркин. Наши новости.